хорошо ли кировчане знают правила дорожного движения. Для этого мы вышли на улицу и спросим их об этом. Остановка и стоянка автомобиля. Вот тема сегодняшней программы «В бой». Вначале немного о самих знаках. Знак 3.28. Стоянка запрещена. Запрещает стоянку всех транспортных средств, но не запрещает остановку, даже если она займет более 5 минут. Распространяет свое действие только на ту сторону проезжей части, на которой установлен знак. Знак 3.27. Остановка запрещена. Запрещает остановку, а следовательно и стоянку всех транспортных средств, за исключением маршрутных. Теперь выясним, знают ли об этом настоящие участники дорожного движения в Кирове. Поехали! Что это за знак? Проезд может запрещен, я не знаю. Остановка запрещена. Володя. Володя? Остановка. Что это за знак? Остановка запрещена. Остановка запрещена по нечетным. Нечетным? А где тут написано, что по нечетным? Одна полосочка. Запрещен въезд. Куда? На территорию. На какую? Я не помню. Хорошо. Я давно сдавал на права. Но эта стоянка запрещена. Эта остановка запрещена. Если вот вы видите такой знак, можно ли остановиться хотя бы там, ну, на небольшое количество времени? Конечно, если такой знак есть, то, конечно, остановка запрещена. Скорее всего, этот знак уже ставится в том месте, где даже останавливаться нельзя. А вот этот знак? А это уже длительная стоянка запрещена. А коротенькая? Разрешена. Сколько стаж вашего вождения? Стыдно признаться, 12 лет. А что это за знак? Это знак дорожный. Спасибо. Что? Это за знак? Это знак дорожный. Спасибо. Приятного аппетита. Вкусно. Что это за знак? Остановка запрещена. Там стоянка запрещена. Или наоборот. Можно ли под этим знаком остановиться когда-либо? Можно. Для каких целей? Не знаю, сходить пописать. Чем отличается вот этот знак вот от этого? Потому что тут что-то нельзя делать, а тут другое что-то нельзя делать. Вот что это за знак? Остановка запрещена. Вообще? Вообще. Ну, на чуть-чуть. Нельзя. Вообще. А если под аварийкой? Под аварийкой нельзя. Вот это? Стоянка запрещена. Стоянка – это когда паркуешься, машину глушишь и уходишь больше, чем на 5 минут. То есть ты видишь вот такой вот знак? До этого места стоянка запрещена. А после? А после разрешено. Денис, 100% ответ, единственный пока что из всех людей, которых мы опросили. Ты не зря сидишь за рулем. У тебя не зря газетки под педалями. Спасибо. Дамы и господа, впервые в проекте «Без происшествий» мы объявляем батл. Девушка или мужчина? Денис, что это за знак? Остановка запрещена. Остановка и стоянка запрещена. Денис, если вы едете и видите вот такой знак, что это означает? Эта стоянка запрещена перед знаком, получается. А после? После можно. После знака запрещена и остановка, и стоянка. А перед? Можно. В один балл мы поздравляем водителя Дениса. Ура! Молодец! Неправильно! Ух! Ребята, знак. Стоянка запрещена. Никаких автомобилей здесь, по идее, вообще быть не может. Но мы же не можем отказать себе в удовольствии спросить у мужчины, который стоит вот в этом грузовике, что же он здесь делает. Вы стоите прямо под знаком. Под разгрузку подъехали. 5 минут. Почтовых машин эти правила не распространяются. О, как вы заговорили! Эти отговорки будете говорить инспектору. До свидания. Знаете, что я вам пожелаю? Учите правила дорожного движения. Стыдно за то, что большинство людей, которые сегодня принимали участие в нашем опросе, не знают простейшего. Это был телепроект «Без происшествий». Меня зовут Андрей Анфилатов. Увидимся на Первом городском канале. Пока.